Олимпия. Вот, приехала большая команда Чебоксарской в рамках Чебоксарской агломерации. Меня зовут Марат Козлов, я буду модерировать это мероприятие. Что... Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Александр Холоднов. Возможность получить в том числе федеральную поддержку. Да? Меня зовут Анастасия, я руководитель архитектурного направления. Александр Ивакин, управляющий партнер. Оно далее. Давайте 3-5 минут на каждое выступление. Меня зовут Павел, я архитектор. Хотелось начать с Государевой горы, и мы не просто указали слово «бренд». Многие жители Чувашии знают о бренде Государева гора, даже не будучи там. Уже точка притяжения, и еще больше это пляж. Пляж летом очень сильно востребован, это и качество воды. Ведь как раз городской такой местный житель, который вышел из Марпасада, и благодаря которому много чего было сделано в Марпасаде. Меня зовут Евгений Шуваев, я федеральный посол гостеприимства от Чувашии при Минэке. Да. Я прям вижу, что это здание говорит: открой здесь пекарню и лавку фермерских продуктов для туристов. Плечо до М7 30 километров. И едешь ты в Чебоксары, либо в сторону Казани. Если турист, проезжая мимо Марпасада, его нужно зацепить, чтобы он это плечо завернул. Его надо как-то сюда притащить. Здесь красиво. А там, где красиво, сделать просто фестиваль еды. Уже будут ехать сюда народ на событийное мероприятие. Так. Марина Петровна, местное отделение Мариинско-Посадского. И маршрут у нас называется «Серебряное кольцо» на чувашском языке «Кемельщере». Посещение храма, прохождение моста, создание купели. И на лошадях направились в заказник Водолеевский. Рассмотреть цапли, рассмотреть можжевельники. Да, винирный башмачок, вот они, серая цапля. Мастерская ремесел. Здесь как раз и завод будет, и лозоплетение. Здесь полностью уже коммерческий тур идет у нас. Дорогие друзья, на самом деле я хотел очень вас благодарить за работу. Да, у нас, мне кажется, вот за прошедшие, да, вот, два дня, да, мы провели несколько сессий. Это была, мне кажется, самая конструктивная, да, самая рабочая, самая продуктивная. Да, и... спасибо, спасибо огромное. Коллеги, вам огромное спасибо.